Ульяновск вошел в гастрольную программу театра имени Вахтангова. Это событие стало приятным подарком для местных театралов. В честь столетия со дня основания театра и был организован тур по городам. Гости из Москвы привезли спектакли «Евгений Онегин», «Анна Каренина», «Наш класс», «Крик лангусты» и «Пиковая дама». Всего на сценах областного драмтеатра и Дворца творчества детей и молодежи покажут 10 показов. Билеты на спектакли московских гостей раскупили за рекордные 5 дней. Мы всегда стремимся и делаем для этого все возможное и невозможное, чтобы зрители в тот регион, куда мы приезжаем на гастроли, увидели спектакли театра Вахтангова ровно так, как это идет в Москве. Декорации и костюмы героев все в точности, как и на московской сцене. Главных героев в постановках играют известные актеры. Людмила Максакова, Ирина Купченко, Алексей Гуськов, Виктор Добронравов. Артистам Ульяновск пришелся по душе. Многие были в городе на Волге с гастролями не раз. Я этот город, в котором мы сейчас находимся, знаю, страшно подумать, с 1974 года. Я хожу по вашему городу, я радуюсь, что он чистый, что хорошие фасады, что добрые люди, понимаете, что здесь как-то вот какая-то есть культура. Вот. На уровне самых хороших театральных городов актер театра и кино Алексей Гуськов отметил отзывчивость ульяновской публики. Артист играет Евгения Онегина в одноименном спектакле. Постановка является лауреатом Российской национальной театральной премии «Золотая маска». Режиссер спектакля Рима Стуминас представил свое видение произведения. Герои предстают перед публикой в исторических костюмах, но действие происходит не в пушкинскую эпоху. Оно оторвано от реальности. Дело в том, что в этом спектакле есть дух Пушкина. Вот пусть другие люди, пусть они не те, которые были, о которых писал Пушкин. Изменилось поведение, изменились повадки, все изменилось, но дух Пушкина, он существует. Благодаря проекту «Большие гастроли» зритель имеет возможность познакомиться с лучшими достижениями российских театров. Алина Тихонова, Юрий Ломатов, Улправда ТВ.